Дима, я уже снимаю. Отлично. Ну вот скажи, круто мы сегодня поговорили? Мы круто с ней поговорили. Внезапно, да? Вот мы с тобой не были раньше как-то близко знакомы, там, может, вообще встречались пару раз. А тут сегодня так внезапно, душевно все пообщались. Как ты думаешь, почему это? Я думаю, потому что так должно было быть. А иначе просто невозможно, Серый. Вот как должно быть, я в этом смысле... Так оно и случается. Ты веришь в совпадение, да? Все? Конечно, несомненно. Совпадений не бывает. Твоя строго выстроенная система, система мыслей, система знаний, система ощущений. И когда они гармонично соединяются между собой, происходит чудо порой. Оно называется просто чудо. Вот сегодня круто, мы вообще пообщались и многое порешали, мне кажется. Но мы выдумали то, что даст какое-то движение определенное в этом безвоздушном пространстве, а наконец начнет что-то двигаться, потому что в Ростове не двигалось давно уже ничего, да? И мне кажется, сейчас задвигается. И вдруг, знаешь, тектонические какие-то пласты сдвинулись, пока еще, может быть, снаружи это все не отображается очень хорошо. Вот как то солнышко там на западе падает, конечно. Да, очень жарко, кстати, сейчас. Но уже вот душа, сердце предчувствует вот какое-то движение, и этот процесс очень мне нравится, потому что Серый, это было лет 20 там с лишним назад в Ростове-на-Дону. Было очень много групп, фестивалей, было много музыки, было много нарядных людей, которые ходили. Очень нарядные. Очень нарядные. Ты был сам очень нарядный человек. Ты знаешь, меня один раз побили за шорты. А меня за хайер, за сережку. Просто побили за шорты, да. Не сильно, но... Ну это Ростов, он был такой, он будет таким, но там что-то было. А сейчас нет, вернее, уже что-то есть. Круто. Смотри, старенький Ростов, давай посмотрим, как двигаются по Большой Садовой, бывшая МГСа машина в сторону вокзала. Тачки нарядные, автобусы расписанные, Кахлама, кайф, Ростов, ништяк. Холмы на западе. И памятник опоздавшему магазин там есть еще. Один человек ловит тачку, а другой уже не жив. И цифры 1903, то есть 19.03, а в 19 часов закрывали магазины, и бухло не продавали во время сухого закона в нашей юности как раз. Вот все, они опоздали в магазины, делать нечего, ловят тачку. Я сниму этот памятник, понятно, еще. Что, чувак не успевает просто. Все уже, ну никак, уже магазин 3 минуты назад закрылся. Это такой трагический памятник. Я его сниму обязательно. Дим, спасибо тебе. Спасибо, Денис.